Привет всем. Как для многих из вас, меня всколыхнула новость про так называемый отцовский капитал. И первая инстинктивная реакция – не может быть, потому что не может быть никогда. Мы же живем в России все-таки. Так что полез проверять. Кто-то что-то где-то не так прочитал, не иначе. Во-первых, на канале, называемом Госдума ТВ, кто-то из представителей комитета по делам женщин, семьи, детей сразу открестился от этого проекта, сказал, что такого проекта в рассмотрении нет и, в общем, в планах тоже не предвидится. Небольшое исследование, несколько кликов, приводит нас к новостям на известиях там и на прочих сайтах, которые ссылаются на доклад «Демографии 2024», который то ли опубликовали, то ли его только собираются выложить, но документ уже доступен. Под заголовок «Как обеспечить устойчивый и естественный прирост населения РФ?». В общем, это некий доклад нашим органам, где изложено состояние дел, прогнозы там средний, слабый и сильный, и ряд мер, которые предлагаются. Вот. Нас об этих мерах не спросили, меня тоже. Вот. Ну, там товарищи думают, что они лучше знают. И вот единственный абзац, где в этом документе упоминается слово «отец». Читаю целиком. Предлагается ввести отцовский в скобочках семейный капитал в размере действующего материнского в скобочках семейного капитала, который должен выплачиваться один раз при рождении третьего или следующих детей. При условии, что все три ребенка рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке. Это одновременно поддержка ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь по исследованиям социологов третьего ребенка заказывает отец. Цитата социологов в кавычках. Это единственное место в этом документе, где встречается слово «отец». Если вы заметили, то тут не предлагается никаких выплат, собственно, отцам. Они называют этот так называемый капитал отцовским ровно потому, что ссылаются на некие исследования социологов, что третьего ребенка заказывает отец. В скобочках остается, кто заказывает всех остальных детей. Почему их так заинтересовал третий ребенок? Потому что, как вы знаете, население убывает, и вместе с ним убывает количество женщин детородного возраста. В настоящий момент максимальный процент этих женщин составляет женщины возрастом 30-34 года. И этим товарищам, которые занимаются вот этими докладами и рекомендациями, позарез надо, чтобы эти женщины по возможности родили третьего. Вот и все, чему посвящены эти меры, которые здесь предлагаются. А отцовство здесь... Ровно настолько же, насколько была такая шутка в каком-то обзоре, по-моему, Call of Duty, что-то там про Японию. Автор так смешно высказался, там рассказывал по тексту, про как он пробовал какое-то японское пиво и сказал так: единственное, что в этом пиве было японского, это охранник бурят. Вот примерно такое же отношение отцы имеют к этому самому докладу, закону. Собственно, никаких законов нет и даже не предвидится. Я даже могу назвать причину, почему вот этот абзац никогда не будет воплощен в наших законах. Здесь написано: три ребенка рождены и воспитываются в одной семье. Кто не знает, у нас в законе нет понятия семьи. Соответственно, посчитать в разных семьях или в одной семье рождены дети невозможно. Точка. Так что успокойтесь, расслабьтесь, выдохните. Мы же в РФ. В матриархальной стране этого не может быть, потому что не может быть. Всем пока, удачи, ждем дальнейших новостей о реформах.